6 по 9 июня в Новокузнецке в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» проходит 31-я международная специализированная выставка технологий горных разработок «Уголь России» и «Майнинг». В его работе принимают участие и специалисты Коломенского завода. Международная специализированная выставка «Уголь России» и «Майнинг» – это главное ежегодное отраслевое событие, посвященное технологиям горных разработок. Уже более 31 года она является местом притяжения ведущих российских и зарубежных производителей. 6 июня в рамках этого форума состоялась торжественная передача Уральской горно-металлургической компании первого карьерного самосвала «БелАЗ» с двигателем производства Коломенского завода. Грузоподъемность машины 220 тонн. Конструкторы в кратчайшие сроки спроектировали 8-цилиндровый комбинированный дизельный двигатель, который обеспечивает требования заказчика по мощности и удельному расходу топлива. Подробности смотрите на нашем YouTube-канале.